Дерзкого налетчика задержали по горячим следам после ограбления салона сотовой связи на проспекте Ветеранов. Накануне вечером мужчина зашел в магазин. Сначала изображал покупателя, потом, натянув на лицо ворот свитера и направив на продавца пистолет, потребовал открыть кассу и отдать выручку – 5000 рублей. При этом пару банкнот решил оставить перепуганной девушке. Убегая, прихватил с собой в качестве трофея еще и новый мобильный телефон. Через несколько часов подозреваемому надели наручники на улице Рихарда Зорге, задержанному 35 лет. Ранее не был судим, а теперь вот будет.